Элита Артсплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. С помощью ветров можно сбивать активные эффекты от рун. То есть, допустим, у вас есть ветра. Великолепный итем. Я считаю, это один из самых лучших итемов в доте. Потому что зачастую он всегда может помочь вам, например, там, вывести из строя врага, или спасти себя, или избежать каких-то способностей, например, ультимейта снайпера и так далее. Давайте я вам покажу, как можно сбивать руны. Допустим, есть Свен, это враг. Очень плохой, который хочет взять ДДшку и убить всю нашу тиму. Смотрите, ну, бежит мимо, такой ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Опа, мы кидаем ветра, все, ДДшка больше не работает. Давайте посмотрим другие руны. То же самое, руна Регена. То есть, например, если мы просто его побьем немножечко. Слегонца отнимем у него здоровье. Давай, это свиноматка, давай, свиноматка. Вот. Поднимает руну. Опа. Юзаем ветра, все, руна больше не работает. И он не регенится. Пробуем дальше. Нам теперь нужна хаста и инвиз. Хаста, тихо, тихо, спокойно. Опять же, хаста. Берет свою хасту. Опа, нет, куда ты побежал, пес? Нет, нет, нет. Мы видим, ветра сбивает хасту тоже. И осталась последняя руна, это инвиз. Невидимость, человек-невидимка. Тоже, бежит такой Свен, думает, так, сейчас я возьму инвиз и минусану восьмерых. А мы такие, нет, нет, друг, нет, 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 ты ошибся. Вот так вот, так что запомните. Великолепный итем под названием ветра сбивают эффекты активные от рун. Бокс! 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 Поставь лайк! Напиши комментарий! Подпишись на канал!